Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем проходить Warcraft 3 Король Мертвых. У нас сегодня последняя глава, ну из всех она самая сложная, но все равно она легкая. В общем, нам здесь придется продержаться 30 минут против огромнейших армий нежити. Нам предстоит контролить сразу две базы, ждать подкрепления, и уничтожать две базы нежити. Да-да, те самые, в которых деревни, в общем, находятся, где бушевали Киутузет и Вариматас. В общем, смотрим ролик. Кель, твои войска готовы? Да, наша база поднята по тревоге, и мы готовы защитить южные ворота. Если плед сунется, то получит отпор. Леди Джайна, извините, что отрываю я с вас, но гонец посланный в восточные деревни все еще не вернулся. Мне это не нравится. Нужно послать разведчиков и узнать, правда ли, что на деревне напала нежить. Поздно. Они уже здесь. Помогите! Нежить вернулась! Быстрее, Тимми, мы вернулись домой! Мы должны поднять тревогу сигнальным рогом, чтобы отец и Наги вернулись как можно быстрее. Произошло то, чего мы так боялись. Нам остается до последнего удерживать позиции, надеяться на то, что подоспеет подкрепление. Да прибудет с нами свет. Удачи, Кель. Удачи тебе, Джайна. Да, только пришли и сразу обратно им. А Нагам-то чё? Ну, скоро подоспеет подкрепление, главное продержаться. Сколько там? В чем дело? 25 минут. Не успеешь и глазом моргнуть. Что так близко-то, рудник? Приказывай. Поторопись. Замечательно. Не мешай мне думать. Да, желаю. Тут есть магию Джайна хорошая очень. Что будем ставить? Выполню любой приказ. Что прикажет? Чего? Так. Не хватает дерева. С деревом проблемы полные у людей. Город наших союзников в осаде. Нас вообще дерево вырубают или как? А, ну вот же тут лесопилочка есть. Я могу помочь. Я позабочусь об этом. Исследование завершено. Звучит неплохо. Да, у Джайны есть тут сфера душ, полезная шмотка. Исследование завершено. Дайте цель. Я готов. Поторопись. Исследование завершено. Отлично. Вот здесь охраны жалко почти нет. Ну, как видим, они все по полной закуплены, исследованы. Что будем строить? Быстрее! Исследование завершено. Что? Исследование завершено. Так, туман нам обязательно будет исследовать. Очень-очень пригодится это. В чем дело? Так, где тут еще рыночек есть? Вон, всяк. Конечно, матьё продается. Исследование завершено. Исследование завершено. Ни хрена тут. Вариматас. Не мешай мне думать. Исследование завершено. Какой у тебя план? Звучит неплохо. Интересно. Город наших союзников в осаде. Исследование завершено. Исследование завершено. Да. Так, кстати, у Вариматаса те шмотки, которые у нас были. Так, черт, где этот чародей-то? Отлично, у него мана закончилась. Какой у тебя план? Блин, какого хрена она сюда поперла? Город наших союзников в осаде.
Они атакуют. На нас напали. Мы должны терять терпение. Исследование все, завершено. Крепостей. В чем дело? Замечательно. На наших союзников. Город на наших союзников посадят. Поторопись. Капец, со всех сторон тут нападают. Ты готов? Я позабочусь об этом. Да. Так, надо я еще... Во, еще казарм как раз. Да, господин. Давайте-ка тауры стройте. Хорошо. Хорошо. Да не, не надо моргать, куда вы там прете. Какой у тебя план? Отлично, Джайна сдохла. Точнее, у Джайна сдох. Союзников вам не уйти от нас. Исследование завершено. Спасите нас! Я знаю. Да, кстати, если убьет, будут убиты 40 жителей, то выйдут гомунку. Хотя мне особо опасности никакой не предоставляет нам. Но у меня нет времени просто отвлекаться на них. С удовольствием. Отлично. Будет сделано. Ну, что там? Приказывать. Гад. Я теряю терпение. Город наших союзников посадят. Отлично. Огонь и смерть! Город наших союзников посадят. Пора в путь. Поторопись. Что с войсками у нас? Пора в путь. Полная же пища. Готово. Огонь и смерть! Это забавно. Город наших интересно. Союзников в осаде. Я к вашим услугам. Не мешай мне думать. Напали. Звучит неплохо. Стены рушатся! Скорее наружу! Какой у тебя план? Да. Город наших исследований завершен. Не, работник-то что тут потерял? Исследование завершено. Хорошо. Ваша честь. Да. На нас напали. Исследование завершено. Город наших союзников в осаде. Пора в путь. Не мешай мне думать. Интересно. Я позабочусь. Не подвластна магия. В чем дело? Город наших союзников в осаде. Стены рушатся. Скорее наружу. Поторопись. Постройка завершена. Исследование завершено. Быстрее. Легко. Город наших союзников в осаде. Мне подвластна магия. Время не ждет. Город наших союзников в осаде. Кто кого? Я могу помочь. Так, надо бы... Что там у нас с деревом-то? Ты мешаешь мне думать. Пятеро добывает. Стены рушатся! Скорее наружу! Да вы достали со своими стенами. В чем дело? У вас на уме стены только что ли? Завершено. Подвластна магия. Что будем строить? Сделаю все, что смогу. Город наших советников завершено. Рыцарь дебил под огонь сунулся. Ждать. Что будем стрелять? Это забавно. Дайте цель стрелять. Интересно. Город наших союзников опять работает. Да. Да, господин. Я несу исцеление. Что будем строить? Я пошел. Город наших союзников посадит. Поторопись. Приказывай. Слава высшим эльфам. Извини, что? Не лучший вариант. Так, казармы бы еще не помешали. Ты уверен? Не лучший вариант. В чем дело? Замечательно. На наших союзников посадят. Поторопись, смертный.
Вурдалак, блин. Смотрите, вот что тут творится, а? Какой у тебя план? Превосходно. Я могу помочь. Город наших союзников... Я позабочусь об этом. Приказывайте. Что вам угодно. Будет исполнено. Да будет так. Будет исполнено. Да. Город наших союзников посад. Согласен. Это забавно. На наших союзников напали. Что вам угодно? Крыша вот-вот обрушится. Да? Бежим! Блин, сейчас сдохну. Вот неудачно-то, а. Город наших союзников посад. Какой у тебя план? Ваша светлость. Крыша вот-вот обрушится. Бежим! Готово. Да уже все, они уничтожили, в принципе, эти... Город наших союзников... 40 бедных жителей. Отлично. У меня нет времени, чтобы их сдерживать. Крыша, вот-вот пускай бегут. Бежим! Так, иди сюда, Кель, пока что. Исследование завершено. Город наших союзников в посаде. К бою готов? Готово. Крыша вот-вот обрушится. Бежим! Терпение. На наших союзников, на город наших союзников. Так, здесь скилл Тузет ходит, блин. Вон те же шмотки, что у нас. Надо было выбросить. Я забыл совсем. Быстрее, смертный! Спасите нас! Город наших союзников посад. На напали. Готово. Да. Опять работа. Хорошо. Хорошо. Угу. Поторопись. Город наших союзников посадят. Так, у тебя уже есть сфера. Фу, нафиг я купил. Я теряю терпение. Постройка завершена. Город наших союзников посадят. Очко. На наших союзников нападает золото. На нас напали. На что жалуетесь? Быстрее, смертный! Зло приближается! Наших союзников исследование посадят. Завершено. Готово. Что прикажете? На наших союзников... Ну черт, они с этой стороны теперь нападают. Завершено. Так, это давайте-ка ТП сюда. Город наших союзников да, посадят. Готово. Не мешай мне думать. Какой у тебя план? Да будет да. Город наших союзников посадят. Пора в путь. Я устал ждать. Армия тьмы наступает. Город наших союзников напали. Я позабочусь. Что вам угодно? Приказ. Превосходно. Это забавно. Нет, ну, в общем, нам тупо обороняться, обороняться, обороняться. Ничего более не требуется. Стены рушатся! Скорее наружу! Прикажете открыть в путь. Так, ну в будущем нам понадобится... Да, я знаю, что провален. Я не рассчитывал его выполнить. Быстрее ветра! Лечу! Жду приказа. Город наших союзников посадят. Постройка завершена. Что? Крыша вот-вот обрушится. Бежим! Исследование завершено. Я жду, смертный. В чем дело? Город наших союзников. Блин, Кель отдыхает, вообще сидит. Ну капец, тут сколько всего. Пора в путь. Постройка завершена. Я могу помочь. Город наших союзников. Так, вот здесь помощь как-никак не помешает. Ну, как кажется, не быстрее разрушит это. Нет, повезло. Что вам угодно. Не мешай мне думать. Город наших моя союзников посадят. Будет исполнено. Слава высшим эльфам. На нас напали. Ваша честь. Ну же, приказывайте.
Превосходно. Город наших союзников в осаде. Будет исполнено. Превосходно. Это забавно. На наших союзников напали. Я могу помочь. Это забавно, что то, что мы все дохнем. Не мешай мне думать. Нужна моя помощь? Какой у тебя план? Торопись, пора в путь. Кто-нибудь ранен? Ваш ход. Спасите нас! На наших союзников напали. Не мешай мне думать. Я позабочусь об этом. Армия тьмы наступает. Высылайте подкрепление. На нас напали. Блин, почему не всех ТПшного? Будет исполнено. Наш город осаждают враги. Какой у тебя план? На наших союзников напали. Что вам угодно? На нас напали. Будет исполнено. Город наших союзников в осаде. Замечательно. Мы отомстим. Я теряю терпение. Наш город осаждают союзников напали. Сделаю все, что смогу. Постройка завершена. Говори. За мой народ. Город наших союзников в осаде. Кровь и пламя. Поторопись. На наших союзников напали. Блин, просто не уследишь ни за чем. Так, и однако же, ничего такого опасного я не увидел, несмотря на то, что 40 уничтожено. Че я думаю-то? Вот так вот. Я жду, смертный. О, черт, их много. На нас напали. На наших союзников в осаде. В чем дело? Исследование завершено. Будет сделано. Огонь и смерть! Сделаю все, что смогу. Город наших союзников опасен. Приказывай. Отлично. Поторопись. Я могу помочь. Вот черт, у нас тут полная жопа опасности. Бежим! Город наших союзников опасен. Джайна на помощь. Приказывай. Это забавно. Ну же, приказывай, да будет так. Стены превосходно. А, вот и гомункулы сами. Я теряю терпение. Какой у тебя план? Город наших союзников в осаде. Интересно. Огонь и смерть. На нас напали. Нужна моя часть помощь. Оставили. Будет исполнено. Спасите нас! В чем город дело? Город наших союзников в осаде. На наших союзников не напали. Мешай мне. На нас напали. Блин, ресурсов дохренища. Сидят, отдыхают. Козлы. Город наших союзников в осаде. Спасите нас! А, ясно. Чё... Так... Торопись. Не умирает почти никто. Башни держит их. Наш город. Так, сколько там? 8 минут осталось. Ну, выдержи, мне кажется. Быстрее, смертный. Поторопись. Город наших союзников в осаде. Стены рушатся. Да ты заебал уже. Все у тебя там рушится. Исследование завершено. Ничем не могу помочь. Увы. Город наших союзников в осаде. Я теряю терпение. Что на нас напали. Превосходно. Поторопись. Я теряю терпение. Да будет так. Готов. Город наших союзников в осаде. Готов. Исследование завершено. Приказание. На нас напали. Исследование завершено. Приказано. Властна магия. Ну же, приказывай. Город наших союзников будет исполнено. В чем дело? Время не ждет. Быстрее. Нужна моя помощь. Поторопись. Слава высшим эльфам. Слава высшим эльфам.
Да, слава людям тоже. Не, чё эти чуваки, куда они попёрлись? Истинно так. Какой у тебя план? Звучит неплохо. Ясно, этих бить что ли? Не успеешь и глазом моргнуть. Ты мешаешь мне думать. Извини, что? Что ж, начальник всегда... Так, вот скоро тут прорубят тропинку к монстрам. В чем дело? Тогда вообще полная же пища с деревом будет. Ну же, приказ будет. Город наших союзников посадит. Превосходно. Исследование завершено. Бой приближается. Я устал, Зеро. На наших союзников напали. Город наших союзников будет сделан. Постройка завершена. Чего? Приказывай. Поторопись, смертный. На наших союзников напали. Город наших союзников посадим. Куда летим? Крыша, исследование вот завершено. Небо зовет. Быстрее, смертный. Огонь и смерть. Уже лечу. Я теряю терпение. На нас напали. Ваша светлость. На наших союзников напали. Надо бы исследовать тут, что творится. Дайте цель. Осветительные заряды, да. На так. Напали. Город наших союзников в осаде. Наш город... Принскель, нас атакуют лесные чудовища. О, черт. Ты уверен? Идите рубите тут. Не успеешь и глазом моргнуть. Лесопилочка. Не лучший вариант. Город наших союзников. В чем дело? Идеальный вариант. И лаги нереальные какие-то очень. Сделаю все, что пришло время, походу, комп перезагружать. Город наших союзников. Так, в общем, компик пришлось перезагрузить, но теперь-то все нормально. А этому жопа вообще полная. Давайте-ка нанимайте вы целителей. А то вообще что-то сидите без дела. Вообще надо уже ястребов нанимать. Потому что скоро придут. Придет подкрепление, точнее. В чем дело? Что вам угодно? Город исследования завершено. Какой у тебя план? Главное, что вот этот замок не уничтожили. Но все нормально. Но они уже приближаются туда, но я думаю, 4 минуты продержится. Если что, ТП еще сделаем. Кто же кого убьет? Сдохнет ли рыцарь? Сдох от другого. На нас напали. На наших союзников напали. Приказывай. Поторопись. Город наших союзников посадит. Что вам угодно? Да, мой друг. Приказывай. На что жалуетесь? Пора в путь. Так, ну все, мы их уже держим. Более-менее как-то. Так, ну это не надо же, все равно никого не захватывая к себе. Пойми, где еще казарма. Город наших союзников посадим. Нет, где мой Феникс? Ты че стоишь тут, сидишь без дела? Ничего, назад отступают. Струсили! Трусы! Поторопись. Кель 10, отлично. Я теряю терпение. Будет сделано. Город наших союзников посадим. Пора в путь. Сделаю все, что смогу. Вот говно. Да вы из него всю ману стырили. Я отомщу. Время не ждет. Приказывайте. Слава высшим эльфам. Поторопись, смертный. Город наших союзников посадит. Слава высшим эльфам. Пора в путь. На наших союзников напали. Так, пора бы... Вот так вот делать, строить больше их. Город наших союзников посадит.
Я теряю терпение. Так, осталось 2 минуты. Наверняка продержались. Они все отступили что-то. Но видно, уже больше тут нечего рушить. Центр, вот эту линию всю разрушили они и все. Город наших союзников. Городская башня. На нас напали. Такая огромная, жалко не стреляет. Быстрее, слава высшим эльфам. Город наших союзников в осаде. Ну черт, они уже сюда ворвались. Ладно. Какой у тебя план? На помощь к ним идем. Я могу помочь. Ненавижу. Превосходно. Над ним щелчком развеял все. Звучит неплохо. Не, назад отступает. Только вот как троновых сразу присрались ко мне. Не мешай мне думать. Вам не уйти от нас. Мы отомстим за все. Согласен. На нас напали. Будет исполнено. Город наших союзников. Я посмотрю. Я могу помочь. Это забавно. Согласен. На наших союзников. Интересно. Напали. Чё, стрелок до сих пор под действием амнезии? Так, уже 85 на 90, ни хрена себе. Развитие это, блин. Стены рушатся. Я не знаю. О, мы продержались, отлично. Теперь можем не беспокоиться. Раудмур пришел на помощь вместе с Вайши и Сильваной. А он Сильвана, не Твугу вообще. Отец, мы счастливы тебя видеть. А я счастлив вернуться вовремя. Эти дамы и я в кратчайший срок объединили свои войска. Войскам будет трудно отразить наступление. Похоже, армия нежити постоянно пополняется. У них должны быть открыты порталы, чтобы переносить нежить прямо сюда. Такой силой обладают только демоны. Король лишь взял власть над другими, над Тризимами. Точнее, над Тризимом. Спокойно, теперь наши силы достаточно велики, и мы должны перейти в контрнаступление. Они атакуют нас с востока, я думаю, они построили базу на месте деревень Бриджвуд и Вайтфилд. Нужно отправить наших людей атаковать эти базы, одновременно держать оборону города. Не теряйте времени, подготовьте контратаку, а я займусь обороной города. Да что ты говоришь? Город наших союзников в осаде. Ну, адмирал Прадмур как-никак нам поможет. А теперь самое время подготовить войска. Катли там нам понадобится. Город наших союзников в осаде. Добро пожаловать, Вайши, в наш отрядец. Такое чувство, будто они сюда вообще не... Давайте-ка. Я могу помочь. Телепортируем, пускай здесь тусуются. Слава высшим эльфам! Быстрее, смертный, лечу! За Лордерон! Я здесь? Приказывай. Здесь реально стоит сохраниться, поэтому я так и сделаю. На нас напали. Да, милорд. Так. Да, теперь у нас в распоряжении несколько войск. Так, я предлагаю грохнуть некоторые войска, потому что они просто-напросто не нужны. В чем дело? На нас напали. Только вот кого? Им не уйти. Нам побольше катли надо. Что? Да-да, считай, что все. Так, ферма вроде 15 еды дает. Да-да, считай, что все уже да. На нас напали.
Стас, дайте 15 крестьян. Быстрее! Я теряю терпение. Город наших союзников посадит. Банши нафиг нужна вообще. Я здесь? Здесь бы очень пригодился ледяной дракон, то сколько он может замораживать, а порталы могут чинить и почти моментально. В чем дело? Пора в путь. Я слушаю. Есть. Так, интересно, где тут такие есть? Наших союзников посадят. Так, надо бы еще тут разведать обстановочку. На нас напали. Слушаю. Где хилер это твои, Джайна? Будет исполнено. Город наших союзников посадят. Да будет так. Будет исполнено. Исследование завершено. Город наших союзников в осаде. Не, Реал, куда подевались ледяные змеи, когда они так нужны? Ледяные змеи, ну пожалуйста, идите сюда. Я ж тебя приручу, тебе будет хорошо со мной. Нет, это не сработало. Так, вот здесь ворота, вот где-то тут. Вот она, охраняется баш. Ними тут немного. Два ястреба, которые на время отключают башню, быстренько бьем. Город наших союзников посадят. И валим. Иди меня в бой. Укажи мне путь. О, ледяной змей! Стой, никуда не уходи! Ты мне нужен! Мне нужен, пожалуйста! Разумеется! Черт! Да будет так! Мудрый выбор! Да, змеишка, иди сюда! Нет! Разумеется! Он был где-то тут. Есть! Я должен успеть! Поторопись. Есть дела. Да, торопись. Да, я его захватил, все. Просто необходимый юнит. Да, вот мы еще можем на гвардейцев построить. Это вообще супер. Я слушаю. Не заставляй меня ждать. Будет исполнено. Нет, чего вы тусуетесь тут? А ну-ка сюда идите. Уважаемый лорд. Какой у тебя план? Город наших союзников смертный. На нас напали. Быстрее, смертный. Поторопись, смертный. Окей. Отправляемся как-нибудь вдоль стены. Никого не атакуя. Средняя у этих высокая. У этих тоже высокая. На наших союзников напали. Но все равно еще пригодятся. Чем больше, тем лучше. Что вам угодно. Согласен. Город наших союзников посадит. Веди меня в бой. Что? На нас напали. Уже лечу. Быстрее, смертный! Лечу. Город небо союзников посадит. Уже лечу. Тихо! Тихо, тихо. На наших лечу. Союзников на уже лечу. Лечу, уже лечу. Лечу, уже лечу. На нас напали. Так. Приказывай. Сюда вообще как-то не идут. Город наших союзников выполнил любой приказ. Надо было бы еще грифонов сюда послать. О, черт, это же западня, не в...
удачное место попали. Стоять! Быстрее, нам вообще нельзя им на глаза попадаться, мы шпионы. Что? Небо зовет. Поторопись, смертный. Так, тихо. Пускай мимо пройдет этот жук. К бою готов. Уже лечу. Город наших союзников лечу. Как гром с небес. Быстрее ветра. Что? Уже лечу. Я отомщу. Город наших союзников посадит. Посмотри на деревню, они уничтожили всех. Они заплатят за это. Куда летим? Трепещите, враги. Город наших союзников посадит. На нас напали. Что? Черт, они одного грохнули. Союзников в посаде. Что? Бою готов. На нас напасть. Быстрее ветра. Так, тихо, пошли отсюда. Быстрее, смертный. Пускай там тусует скилл ТЗ. Небо зовет. Город наших союзников в посаде. Их ждет смерть. Так, быстрее атакуем. И уничтожаем этот портал, и от базы мы сразу избавляемся, как только его уничтожим. И вообще от всего Kill2Z, да. Точно так же с Фариматсом. Да, мы сделали это. Отлично. Kill2Z, тебе конец. О, не та ли это молодая леди, которая была с Артасом, когда я начал насылать чуму? Kill2Z? Ты стал личем? Я предупреждал тебя, что моя смерть ни к чему не приведет. Ничего не изменит. Не знаю, что еще до моего рождения ты был архимагом, уважаемым своими коллегами в Даларане. Как же мог ты их предать так? Пойми, ты мог бы, подобно мне, обрести силу, потеряв свою жалкую смертную оболочку. Ты не в том положении, когда можно угрожать нам, лич. Раз заканчивай, за то, что ты сделал с людьми Вардерона, ты заплатишь 1000 жизней. Да, только он заплатит одной. Эта деревня была независимой. Блин, что за бред он сказал? Окей, значит, от этого мы избавились. Отправляемся теперь сюда. Сразу союзниками к нам стали. Заодно захочет этого змея. Я теряю терпение. Так, давай, тпхай нас сюда. Джайна, точнее, часть своих войск. Уже пора? Мы начинаем наступление на Вариматоса всеми силами. Приказывай. Что у нас есть? На что жалуетесь? Не мешай мне думать. Нужна моя помощь. Это как бы отвлекающий маневр. В это время мы просто уничтожим портал Вариматоса. И глава окончена. Небо зовет. Лечу. Уже лечу. Лечу, уже лечу, лечу, уже лечу. Так, где-то тут. Город наших союзников в осаде. О, тут жестокая оборона вообще. Что? Лечу. Уже лечу. Шухер! Бандит там лишь бы золото набить. Быстрее, смертный. Что? Я могу помочь. Быстрее, смертный. Кто-нибудь ранен? Чем могу помочь? Приказывай. Что? Что вам угодно? Превосходно.
Быстрее, смертный! На нас напали! Что? Я отомщу! На наших союзников напали! Куда летим? Капец, они хотят убить моего ледяного змея. Так, немедленно атакуйте портал. Мы должны это сделать. Что? Давайте же, еще немножко осталось. Да, мы это сделали. Мы чемпионы, нах. Окей. Тебе кранты, Вариматос. Вариматос, удивительно, что ты еще жив. Видно, предатель обладает особой живучестью. Ты знаешь этого демона, Сильвана? Он, конечно, он предал своих братьев, чтобы примкнуть ко мне в Ордероне. Похоже, он нашел нового хозяина. В прошлый раз ты то же самое сказал, Вариматос, поэтому сдохнешь. На сей раз не надеюсь, повелитель ужаса. Эта измена была последней. Эта деревня была независимой. Как этот бред можно было сказать? Так, все, теперь все отступают отсюда. Отлично! Они отступают. Теперь возвращаемся в лагерь и считаем потери. Адмирал, последние бойцы нежити скрылись в джунглях. Мы разнесли их в клочья. Я говорил, что это Рамора неприступна, так оно и есть. Мы победили, но какой ценой? Сколько павших осталось после битвы? Главное, мы выстояли. Блять, не удалось уничтожить ни людей, ни эльфов. Рано радуешься. Прошу прощения за то, что омрачу вашу радость, но мы пока не сражались с настоящим врагом, Нарзлом. Он должен был явиться лично, а вместо этого недооценил нас, спасал всего лишь своих подчиненных. Пусть приходит, он узнает гнев нагов. Чувствуете, как внезапно похолодало, но смотрите, снег идет, не может быть в этой части мира. Здесь король Лич. Вот, собственно, и все, кампания пройдена, нам осталось просмотреть только эпилог и титры. Ну а с вами был я, Павел Первый, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, надеюсь, вам понравилось, всего хорошего и пока-пока-пока.